Настроение, товарищи, как у Карлсона. Хочется сладкого и пошалить. Чем, собственно, и займемся прямо сейчас. Пошалить ведущие Евгений Савин и Григорий Шнитов предлагают всем, кто долгое время жаждал попробовать себя в роли радиоведущего, но никак не мог осуществить свою мечту. Радиослушателям предоставляется уникальная возможность не только узнать самые последние новости, услышать новинки современной музыки, посмеяться над искрометными шутками, но и побывать в знаменитой студии в качестве ведущего. Связаться с нами можно несколькими путями. Это, во-первых, эфирный телефон 601515, прямой телефон Европа Плюс. Это короткий номер смс-портала 5522, сначала пишем слово «Колыма». Либо же нас можно найти на сайте «Одноклассники» страницы Евгения Савина или человека под ником «Кто, если не я». Слушатели могут выбирать наиболее понравившихся ведущих посредством СМС-голосования. Двое счастливчиков, набравших наибольшее количество голосов, смогут по воскресеньям выступать на радио Европа Плюс со своей собственной программой. Десятки желающих попасть в прямой эфир обращались в редакцию. Первой, кому повезло попробовать себя в столь увлекательном деле, оказалась Ольга Нестерова. Услышала, как ребята здорово, так задорно приглашали всех желающих. Подумала, а почему бы и нет? Жажда приключений, жажда чего-то нового. Захотелось попробовать себя. Наличие образования, пол и возраст не имеют никакого значения. Для будущего ведущего самым главным является огромное желание и, конечно же, хорошее чувство юмора. Приходите и попробуйте свои силы. Даниил Клюкач, Павел Степанов, «Эхо дня».